Дорогие мои, это овощная запеканочка здесь присутствует. Берите любые овощи, то есть берите... у меня на данный момент здесь находится кабачок, перец, помидор. Значит, все это дело перемешиваем со сметаной и сыром. Все это добавляете туда специи, все, что вам нравится во вкусовом значении. Все это перемешивается и запекается. Можете для остынки добавить любых острых специй, там чесночка тоже не испортит блюдо. Вот, и значит, сыр со сметаной, сыром со сметаной это все дело перемешиваете, и потом еще сверху сыром тоже немножечко нужно приравнять. То что вот такое вот блюдо. Всего вам доброго, всего самого наилучшего.